Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в Strike Force. Так, сегодняшняя серия, ребята, опять же посвящена открыванию новых персонажей и поднятию в ранге, опять же, персонажей. Так что давай сразу же с этого и начнем, друзья мои. По рангу у нас идет Пустельга. Повышаем ее. Отлично. Дальше у нас что идет там? Эмма Фрост. Тоже, ребят, повышаем ее по рангу. Получает она третью звезду. Хорош. Так, потом идет у нас Феникс. Три звезды. Но они красные, ребят. Хорош. Так, Кингпин. Тоже, ребята, три звезды у него. Отлично. Алая ведьма. Алая ведьма получает 4 звезды. Так, ну что, теперь вербуем, друзья мои. Стрэндж, бессердечный. Вербовать, всего лишь 1000. Ну, уж больно дешево. Ох, нифига себе у него. Так, великий выстрел и обманный удар. Такой вот у нас Стрэндж. Солнечный огонь, друзья мои. Тоже 1000 всего стоит. На вербовку. Две звездочки. Солнечный ожог и солнечная вспышка. Не знаю, наверное, хорош. Magic. Это у нас идет Люди Икс. Я, честно говоря, думал, что ну уж точно не Люди Икс, а... Я думал, что это относится больше к Асгарду. Ну, я ошибся. Белая тигрица. Я так понимаю, это боец ближнего боя. Судя по всему, напоминать будет нам пантеру. А выпущенный коготь и удар преследователя. Ну да, скорее всего, так и есть. Я думал, что он будет тигров вызвать. Ага. И серебряный серфер, друзья мои. Такой, знаешь, напоминает мне чем-то того самого жидкого чувака из Терминатора. Вербуем. У него тоже две звезды. Страж космических чего-то и космический треск. Такие названия. Так, что у нас есть по прокачке, ребята? По прокачке, походу, дела ничего нету, но... Вот Доктор Стрэндж, а тот Стрэндж бессердечный. О, мы можем улучшить, друзья мои, каратели. Угу. Так, три... Ну, можно, можно ему, ребята, добавить еще немножко силы. Добавил, так уж и быть. Давай смотреть дальше, кто у нас там. Жалко, что Люк Кейджа я не могу найти. Найти его ДНК. Мне бы не помешало бы его прокачать еще на один. На одну, как говорится, звезду. Было бы вообще четенько. Всего одной карточки не хватает, как ты видишь. Так, смотрим дальше. Кто у нас... Кто у нас тут может прокачаться? Карнейджа, по-моему, тоже, ребята, я не могу найти. Да, он чисто в сферах находится. Вот, Алая Ведьма. Алую Ведьму я могу найти, ребят, по-моему. Ага, конечно. Конечно, ты можешь найти Алую Ведьму во сне. Также нам и Хэллы не хватает всего лишь... Всего лишь одного уровня, чтобы поднять ее, ребят. Не одного уровня, а одной карточки. 5 карточек не хватает у нас на Тора. 3 карточки не хватает на Хеймдаль. А вот Сокол, Сокола мы сейчас с тобой прокачаем. Не хватает всего лишь 4 карточки, да? Угу.
Давай сотку влепим. Все, ребят. Сокола можно прокачать в новый ранг. Наверное, можно немножко его потренировать еще. 42 уровень сразу же. С 24-го. Костюм крыло. Так, 5 к силе блока. Ну, давай улучшим, фиг с ним. Здесь тоже улучшение делаем. 30% к урону от основной атаки. Это все нам недоступно. Слушай, у него даже этот не стоит. Иза. Ну-ка, Джарвис, подсказывай мне. 42% налетчик. Ну давай, надеваем налетчика. В случае критического удара с использованием активной способности накладывает плюс один заряд уязвимости максимум до 3. Он может сделать. Я могу прокачать его до, в принципе, до 2 ступени. Есть такая возможность, ребята. И тренировку ему сделаем. 48-й. Так, а King Pin, к сожалению, не может. У него есть, ну, элементы, но 100% сколько-то не хватает. Самое сложное, ребята, прокачивать вот этих Emma Frost, вот их. Потому что не так много карточек находим на них. Фила Вэлл, про которого вы мне говорили. Вот Мэджик, и тут можно. Наденем сюда, потому что здесь пока простенькие элементы надеваются, так что наденем. Блин, почему я думал, что Мэджик, она относится асгардским воинам. А она, оказывается, Люди Икс. Это, конечно, меня немножко как бы из колеи выбило. А может быть, все-таки она из Людей Икс, из асгардских? Из команды, так скажем, Тора, блин. Может быть, там что-то неправильно написали. Так, серфера. Я, ребят, просто ставлю сюда элементы, которые у нас есть. На самых начальных уровнях это не так уж, ребята, критично. Это элементы первого уровня, они, во-первых, находятся быстро. Вот. Ну, вроде бы как все потратил. Кстати, вот что надо было еще нам найти. Ать, 3 штучек не хватает, ребят. Есть. Тоже повышаем ей уровень. То есть, получается, должна быть 4-я звезда, по идее. Да. Даже немножко потренировать ее можно. 44-й уровень, значит, получается. Я, кстати, недавно апнул себе левел, друзья мои. У меня же был 77-й, насколько я помню. Сейчас у меня 78-й. Соответственно, и персонажа тоже, да, вон у меня 78-й уровень. Такс, что у нас тут по припасам, ребят, все покупаем. Все, что мы можем. Все, что мы можем. Так, вот этих мало берем, этих тоже мало. Это потому что самые начальные, ребят. У меня продвинутых больше, чем начальных. Почему? Потому что у меня мало продвинутых персонажей, и поэтому прокачивать их практически не получается. Так, тут на бабки.
Мало, конечно, мало. 152. 75, вообще мизер. Давай посмотрим, что нам дают по этапам. Одну звездочку дали. Так, ну что, мы сейчас будем осколки получать персонажей, судя по всему. Потому что мы с тобой очень много набрали вот этих сфер. Вот этих вот. И сейчас мы сможем открыть сферы с осколками персонажей. Что там застучал стукач наверху? Давай, ребят, откроем сразу две. Посмотрим, кто нам выпадет здесь. Призрак. Призрака у меня еще пока нет, ребят. Но он близок к получению. Ну, а это просто вещи. Так, здесь опять вещи. И здесь тоже, ребята, вещи. Вещей много, а толку ноль. Как по мне, ребята, лучше, конечно, бы давали бы лучше бы осколки на персонажей. Так, сколько у меня там? Даже не знаешь, куда и что потратить-то. Вот это вот можно будет взять, наверное. И вот эти вот банки, склянки. И вот эту. А, все. Так, звезда. У меня только лишь одна, поэтому я могу Титанию прокачать, либо Китти Прайд. Давай Китти Прайд. Она получила еще одну звезду. Ну, а с этими 55, это, ребят, дофига надо. Их нужно аж за сотку там, наверное. Видишь, 300. То есть вот этих вот. И билетов мало. И билетов у нас мало. Ну что, Китти Прайд у нас повышает себе звездный ранг. Дракончиком прикольным стоит. Сразу же на 14 уровень попадает. Плюс моментальное, ребята, улучшение. Это улучшение снаряжения. Еще. Ну, давай. Снаряжение категории 3. Озорная фея, это что такое? Так, 20% к урону по основной и дополнительной цели. Накладывает разрушение на основную и ближайшие цели. Сейчас надену на нее все, что тут можно на нее надеть. Надевай. Солдат-провокатор, так я его называю. Да что такое-то? Что мне показывает? Что здесь? Видимо, я понял. Прокачка навыка, да, у кого-то есть. Так, Елена. Елена Белова. Не хватает, ребят, совсем маленечко там, видишь. Ее, кстати, можно найти, но у меня уже, по-моему, энергии нету. А так она ищется. Так куда ты, блин? Сколько у нас там? Ну, вот можно так попробовать. Хе-хей, да, конечно, дали тебе, ага. Елена Белова с посохом. Напоминает мне чем-то вдову. Так, получаем здесь этот. Здесь, естественно, ребят, тоже автопобеду врубаем. Забираем наши награды. Так, сделать один вклад.
Так, еще немножко остается, и мы получим 10 карточек на... А сколько вообще нам нужно на него? Можно мне глянуть, сколько нам нужно, чтобы его открыть? Да, 50 еще надо. Еще нужно 50, ребят. Блин, ну дофига. Найти меня. Нафиг ты мне нужен, найти меня. Вот эти, ребята, купоны. Я так и не понял, как их использовать. То есть меня перекидывают на сайт, а я там почему-то не могу и взять. Опять, ребят, на шмотки мы получили с тобой. О, сейчас шмоток нахапаем. Ну, не шмоток, я имею в виду детали на прокачку категории. 4 уникальных предмета. Я еще ни разу не видел, чтобы они куда-то у нас шли. Серьезно тебе говорю. Вообще. Может, это уже там? На супер-пупер уровнях? Или где, я фиг знает. О, это хорошая, ребят, сфера. Это очень хорошая сфера и... такая награда не очень хорошая. Так, ну где там, что? А, вот это тоже, ребят, неплохо. А, нет, это кредиты. Давай шмотки свои. Со снарягами. А этим, ребята, нужен уровень. Если им уровень повышаешь, сразу же, конечно, на них может быть новые шмотки. Пока не первый уровень. То есть ты их только открыл, и все. Чтобы их дальше прокачивать, это нужно либо повышать им звездность, это как бы есть уровень, либо находить на них осколки. Что, ну, находить нас, покупать. Вон у меня Минерва, видишь, уже какой снарягу носит. Это одна из первых легендарных снарягу, но... это трэш какой-то, ребят. Это мне нужно вот таких вот, прикинь, 24 штуки. Плюс 3 и плюс 2, блин. То есть... можно создать. Так, подожди. Три. А вот чтобы эти создать... они не создают, их нужно найти. Так же, как вот эти вот. Но они ищутся. Единственная, опять же, ребят, проблема в чем? В энергии. Только лишь в энергии проблема. А так бы прокачать. Я не знаю, какой там у нее... Так, ладно. Пока есть возможность. Не сверлякает вроде. Испытания заберем. Заберем, ага, заберем, конечно. Блин, ну этой командой, ребят, я уже пробовал пройти на 3 звезды, у меня не получается нифига. Нужно их подраскачать маленько. Но опять же, подраскачать. Попробуй их подраскачай. О, смотри, у меня и каратель уже, ребята, на оранжевый шмот вышел. Но нет, нет, не оранжевый. Оранжевый только вот у Минервы. Эту девчонку я хотел улучшить. Марвел. Опять же проблема с энергией. Смотреть. Этап. Забираем. Опять наш мод нам дали. Вот так вот, в принципе, и играем, ребят. Захожу, забираю награды и таким образом потихонечку, полигонечку накапливаю осколки на персонажа и открываю. А когда их как прокачивать, блин? Черт его знает. В
В реальном времени вообще, ребят, бесполезно там драться. Можно, в принципе, ради этой вот подраться. Фига у него рожа. Я не думал, что он такой. Неожиданно. Так, ну, по-моему, здесь будет изи. Давай-ка я, наверное, Тора вольну. Нет, не совсем изи. Ну, вальнул бы Тора ты, твою налево. Все. Отдуплился парень. Вот этот каменный, кстати, тоже, блин, бесявый чувак. Возьмем провокацию. Удар. Таблище получил. И, само собой, отдупился. Кроссбоунс нафиг. Это электро вообще, ребят, ни о чем. Существо надо валить. Выпендривался. Сразу на шестой этап переходим. То есть я уже могу набрать награды. То есть одна карточка у нас будет. А ты помнишь в Marvel Snap, что она делает? Она, ребята, разыгрывает за нас карты. А, нет, подожди, это мне нужно пройти только первый этап. Вот она, с шестого этапа, если мы проходим, получаем с тобой одну карточку. На восьмом этапе две. И так далее, по возрастающей. Жалко, здесь нельзя, ребята, сделать, как сказать, не то что автобой, а как мы с тобой играли в некоторых играх. Просто пропускать бои и получать за них награды. То есть мне бы не приходилось бы участвовать здесь в своих поединках. Так, 5 врагов. Пум-пум-пум-пум-пум. Ну, здесь кто, наверное, такой самый противный? Это, наверное, вот этот хмыреныш Дэдпул. Потом идет, наверное, каратель, как по мне. Давай сделаем кровотечение на них. Давай лупанем. Да ладно, ну и даже не сжег его. Ну что, остается у нас только электро здесь одна. Ха-ха, от кровотечения, ребят, конечно. Просто от кровотечения она отдуплилась. Вот единственное, не могу понять, зачем вот здесь вот постоянно идет дозагрузка. Постоянная. Вот теперь мы получаем одну карточку на нее. То есть на восьмом этапе мы получаем с тобой две карточки. Ну, слишком, конечно, долго с ней тут. Не то, что долго до нее идти. Это сколько этапов нужно пройти, чтобы получить только две карточки, потом три. А их наверняка нужно 100 карточек. И вот теперь представь, это событие нужно долбить просто каждый день по несколько раз. Так, для меня вот это противник самый. Был противник. Близуб, да, повесил кровотечение. Тут еще Дэдпул нам дает шороху. Медик, да? Можешь медика убрать? Теперь попробую Саблезуба. Заблокировал удары. А, у него защита от смерти, ребят. Тогда Дэдпула. Уберем. Да почему ты спайдер... Я же Дэдпула нажал же, блин. Готов.
А, тут можно и так сделать. А, у него защита от смерти, ё-моё. Прозевал вспышку, не увидел. Так, все, нет у него больше защиты. Соответственно, сразу отправляем его к братцам. Так, это 8-й этап. Если следующий, ребят, проходим, то получаем уже с вами 2 карточки на какой там Катрин. Новый соперник. Ну, пока, как видишь, 179 тысяч у них мощей против моих 256. 256, да хотя бы 300 мощей бы иметь. 300 тысяч я имею. Вот, было бы нормально. Так, ну тут Люк Кейдж. А, все, понял. Это уже съедал провокацию на себе. Не успел немножко. Ну что, добьем его? А если так? Прекрасно. Ай, зачем провокацию-то взял? Можно же было и без нее. Давай тогда этого Да, этого, наверное, добьем. У него мало здоровья. Этот отдуплился, и остается Люк Кейдж. Электро все равно я не увижу, потому что она в инвизе. У этого защита от смерти. 2 штуки причем. Если так. Да в плане она выжила. Как она выжила-то? Так, у Кейджа нету защиты, все. Мне остается электро. До свидания. Электро тоже к праотцам. Угу, 9-й этап, ребята. А нам нужно 9-й этап пройти или 8-й надо было пройти? Пусть Эльга стоит. Да, мы забираем с тобой еще 2 карточки. В магазинчик забежим. Так, осколки персонажей. Слушай, ну давай глянем. Слушай, ну неплохо. Очень даже неплохо, я тебе скажу. Этот у нас максималку прокачанный. Блин, я вот еще... Вот сколько ребят дрался, я еще ни разу не видел ультимуса. Ни у кого. Конечно, мне хотелось бы посмотреть, что он из себя вообще представляет. Такая карга старая. Так, сфера красная звезда. Это завершено у нас все. Вот призрачный гонщик, кстати, тоже бы. Тоже бы не помешало бы, ребят, получить. Есть. Создаем. И повышаем его. Ну, мне понравился гонщик, я играл за него, ребят. Неплохой чувак, если честно. Особенно вот эта вот кара, которую он делает. Еще даже тренировать его можно. 64 уровень. Ну, нормально. Я говорю, вот Алая Ведьма на прокачку уже скоро. Плюс Хела тоже на прокачку уже пойдет. Ну, на повышение уровня. Тор. Сив. Тоже немножко 6 всего лишь осколков нужно. 3 осколка нужно на Хеймдале. На наемника-солдата нужна всего лишь одна, ребята, карточка. Так, на циклопа нужно сколько там? 12 карточек. То есть, ну... Достаточно много персонажей, которые повышаются по рангу. Надо только единственное ждать. Ждать, надеяться, что тебе фартанет в какой-нибудь сфере. Что выпадет тебе. Ну и что-то выпадает только на этого.
Можем попробовать открыть еще одну. Тут серфер. Как специально, да? Ты ждешь одну карточку на нужного тебе персонажа, а тебе подсует какой-то дрибудей. Так, по-моему, еще, ребята, мы можем сейчас открыть осколки на персонажей. Так, вот он. Твою налево. Мантис, мантис, ребята, выпала. А тут только материальные способности и все, да? В 75 осколков. Блин, было бы прикольно, конечно, получить. Крутой Человек-паук. Во время работы в лаборатории «Горизонт» Питер Паркер разработал новый костюм с маскировкой, который помогает ему уходить от ударов, и бесшумным режим, позволяющим заставить врагов врасплох. То есть прикольно. А вот здесь, да, здесь, конечно, ребята, не получается у меня, потому что... мощь противника довольно... Во-первых, здесь еще 11 персонажей, насколько я помню. И заменить, как ты видишь, просто не на кого. Эти у нас все закрыты. Гамбиты и там подобные. И у меня постоянно валят этого. Кейбла. Его постоянно, ребята, бомбят. И бомбит его дамагерша. Я ее пытался, конечно, уничтожить в первую очередь, но она постоянно под прикрытием провокаторов. С первой волной я справляюсь, в принципе, на изи. Вот с этой. Ну, поехали так сделаем. Дальше вот так вот. По идее, на нем два кровотечения. Он должен отдуплиться, ребят. На этом два кровотечения. Давай, американ... как я, американ Чейз? Чейвис, блин, я уже не помню. Давай, бумс. Вот от кровотечения, понятно. Вот, вторая, ребята, шейка-лейка. Вот. Постоянно вот это вот. А почему... а, на провокацию на себя ставит, Марвел. Я думаю, что я не могу тут швабру вальнуть. Такой дешманский удар у него был. Вот удар по нам. У нас еще здесь, видишь, нет хилов. Вот попробуем сейчас. Да ладно, вырубил, получилось. Вот это тоже. Так, тут не надо никого ресануло все-таки, а? Сейчас начнет веселиться. У нее защита еще и от смерти. Видишь, все на Кейбла, ребята, они. Плюс она поставила на себя уклоняху еще, да? Еще вытворяет гадина. Сейчас его завалят. У нее уклонение, плюс защита от смерти, я смотрю. Ну, пробейте вы ее. Есть. На 3 звездочки, друзья. А у Кейбла, смотри, сколько здоровья осталось. При вас прошел на 3 звезды, отлично. Теперь я могу там, ребята, фармить эти элементы. Ну, а тут, как ты видишь, с 4 уровнем и за 8.
чтобы дальше начать. Что мне все на персонажа-то на этих кидает? Я никак не могу врубиться. Если они вот плюсик этот имеют в виду, чтобы и запрокачивать. А, вот тут может быть. Броня 56, здоровье пополнили. Кстати, у нас тут паучка как-то не особо мне хотелось бы прокачивать. Вот этого бы парня, да, надо. Он мне для одного задания нужен, чтобы его можно было уже начать проходить. Человек-факел меня не интересует. Веном, ну Веном он тоже может прокачать, в принципе. Начать уже прокачивать. Так. Давай. Все, что можно надеть, надеваем. Хеймдаль нам нужен для, по-моему, фарма чего там, осколки. На Локи, вроде бы. Тут же каждое событие свое дает. Гони монету. Гони монету. Ну, вроде бы и все, ребят. Я за кадром еще на... попробую побомбить Кэтрин эту. Побольше заработать себе. Где она там? Так. А, это за первый проход на чуму. Ладно, друзья мои, давайте на сегодня будем закругляться, потому что там соседушка опять начинает громыхать. Я думаю, сейчас будет пилякать. Мы обязательно увидимся в следующей серии и продолжим играть.